Шкода перевернулась после столкновения с «Ладой» 10-й модели на пересечении улиц Баруди и Батаршина. ДТП произошло на круговом движении. По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущества чешской иномарке, в результате чего последняя после удара оказалась на крыше. На место аварии приехала бригада медиков, однако оба автомобилиста отказались от госпитализации. Владелец «десятки» признал свою вину. Объясняя, как так произошло, молодой человек заявил, что не увидел знак «Уступи дорогу». Оба автомобиля покинули место происшествия лишь с помощью эвакуатора. Водитель иномарки считает, что его транспортное средство уже не подлежит восстановлению.